Нынешние обстоятельства, да, которые, в принципе, лишили нас образа будущего, они особенно в этом смысле травматичны. Мне кажется, что единственное – это, конечно, время, когда нужно начать просто буквально с собой работать. Все находятся в таком истощенном состоянии, это факт медицинский. А с учетом того, что неопределенность, да, то дефолт-система, она как бы все время там, где у тебя раньше были готовые решения в каком-то смысле, да, и где-то можно было перепоручиться на работу автоматизмов, но на фоне такой неопределенности они все начинают быть под вопросом, и каждая сфера начинает рассматриваться как, по большому счету, новая факт-карта, новая система сборки фактов, где прежние какие-то алгоритмы не работают. Поэтому первое – это, конечно, совладание со стрессом сейчас – суперважная задача. Вторая задача – это выстраивание отношений. Третья задача – это рабочие аспекты, бизнес-процессы, гиперважная сейчас вещь, управление людьми там, и так далее. Вот. И все, что касается отношений между нашими в парах, с детьми там, и так далее. Поэтому если кто-то из вас как-то системно решит дальше двигаться, то вот мы сейчас как раз предложим вам такую эксклюзивную историю, когда, по сути дела, все продукты с максимальной поддержкой, с дополнительными эфирами, занятиями там, и так далее, мы организуем как такую экстренную систему помощи всей нашей Академии Смысла и всех наших сотрудников, бросим на этот проект «Как жить». И мне кажется, что он в этом смысле такой будет организующей штукой, которая позволит все время находиться в здравомыслии. Вот. Не терять самих себя, не терять тех возможностей, которые сейчас становятся все уже и уже. Надо честно себе признаться, что мы сейчас находимся в очень узком коридоре возможностей. И сейчас не то время, когда их можно упускать и терять.